Я каскадерский прыжок на велосипеде совершил. Мы писали, каскадерский прыжок выполним. На машине не могу, на велике. На велике смог. Молодец. Велики, как тут повороты заходить, это не очень. А чё ты не проедешь? И сюда тоже. Я думал ты... Чем больше ебал, тем меньше урона на одно ебало. 5000. Короче, 5000 раз в 100 лет. За доставку. Куда, Рома? А, ну ведь это я так уж не понял. А, я понял. Ты куда спрыгнул, кстати? Такой... Я никуда не спрыгивал. Окей. У меня дверь украли. Что поделать? Евреи. Пересядь. Слева. Какую? На Е? На Ку? На что? На F. Давай. Альфа в 4. Не, альта 4 это 4. Не F. А, знаешь, если выходит миф, если называется F быстро, то ты пересядешь. Да? Давай попробуем. Роб, тормози. О, вот этот куб. Рома, да, быстрее, вот здесь. А я не могу сесть почему-то, а во, могу. Знаешь, когда ты аутиста, сесть не могу почему-то. А честно, почему вообще, вообще, интерес. Можно. Во мне врезался машина, и из-за этого ты потерял равновесие. Рома. Осторожно. Рома! Что я-то? Спасибо. В смысле? А, как? Ты у меня врезался, я перевернулся, вылетел. Ты врезался, я перевернулся. Я не врезался, не вошел. Ты в как... Рассинхрон. Как ты меня там хотел назвать, Коль? Я тебя хотел назвать. Да, ты там мне говорил то, что здоровья мало, и ты что-то хотел мне сказать, как это называется, как? Кирилл, если что там это, с ХП нету, если дохнешь, то ты руин. Да, я видел. У меня это руин 2000, это прыгающая с ракетницами машинки. Мне пофиг, он будет руинером. Как? Забыл уже, да? Да. Аутист и велосипед. Встань, вот тут еще, я так не заеду. Тебе бы еще нормально есть. Смотри, он не хочет садиться в него. Ща все будет. Он сейчас сядет, подожди. Куда он пошел? Рома, знаешь, что хотел сказать тебе? Я свой отец. Я оружие кофе. Да, снежками атакует, пипец. Ой, меня там выстреляет. По-моему, он до сих пор стреляет. Да садись, давай, садись на самолет, тебя дамажу, давай, сука. Да, позвони. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Не умею. Танк! Я вам Friendly Fire включу, короче. Не нужен нам твой Friendly Fire. А, ты кого бьешь? Ну как? Нормально. Вот он. Ой. Ой. Ты знаешь, что у тебя Friendly Fire нет? Я знаю. Что у меня есть, то велик. Спи. Погоню, Коля, погоню, погоню. Подожди, с велика нахуй. Рома, давай, сейчас сяду, подожди. Да, подожди, надо метку поставить, куда я хочу поехать. Так, нет, я даже пристегнул. Поехали, стой! За мной едут сумасшедшие. Дави нахуй велосипед. По-моему, он там... Ну ты как бы Friendly Fire, там ключ! Стрей, то будет, Коля! Подожди. Отстань! Он слетит сейчас с велика.
Кто ее одеваться научил? Надо одевать лосины. Леггинс. Даже когда ты весишь 300 килограмм, тоже надо надевать лосины. Чё, давайте. А то ты будешь не модный. На 300, да? Примерно просто. В лосинах будет, пиздец. Так еще знаешь, в чем прикол? У нее задницы не было. Она толстая, но у нее задницы не было. Знаешь? Это просто. Это как? Это 4. Это смотри, короче, я думаю, что? В памяти тебе нарисую. У него вот так жопа и, короче, вот так тело вместе идет. Всем фарфор, с вами Black Fox. И да, я это видео задержал конкретно. Оно должно было выйти раньше 31-го, а выходит 4-го, так что можно меня и наказать от пизди, там, не знаю, добром предлагал. Пизди, Коля, пизди его! Наступившим 2К17. Пизди, Коля, пизди его! Нормально, это я вырежу. Нет, не вырезай!